Жителям предлагают определить уровень холестерина и глюкозы в крови, а вообще можно проверить и состав организма. Прибор определяет количество жировой, мышечной ткани, жидкости в теле. Здесь же диагностируют зрение и проводят гигиеническую чистку зубов. Анна Минькова пообщалась с пациентами и отметила, что диагностика важна для того, чтобы обнаружить заболевание на ранних стадиях и не допустить осложнений. СМС-оповещение должно стимулировать жителей следить за своим здоровьем. Очень часто выявляются как бы у нас только нарушения. Пациент никогда не был в поликлинике. То есть мы первоначальное звено, которое что-то выявило, и дальше его передаем поликлинике. Как вы считаете, было бы неплохо, если бы центр здоровья имел такую возможность отработать как оператор, и те пациенты, которые вы выявили факторы риска и направили, получали бы от центра здоровья некое оповещение о том, что как напоминание о том, что им нужно обратиться в поликлинику по месту жительства? Было бы хорошо, конечно. Было бы хорошо, до конца года Министерство здравоохранения поручили, я озвучила на коллеги, запустить систему СМС-оповещения. Потом ее сделать вообще краевого масштаба для всех абсолютно поликлинических, значит, служб, для всей поликлинической службы. Давайте начнем с центров здоровья. В службе медицинской профилактики Кубани сейчас работают больше 100 отделений. От крупных центров до кабинетов. Там врачи рассказывают, как сохранить и укрепить здоровье. Если есть показания, то дадут рекомендации, какого доктора посетить. Предупреждение болезней – это одно из направлений национальных проектов.